Задача номер 9. Саша на удачу выбирает двузначное число. Найдите вероятность того, что оно оканчивается на 6. Значит, ну, задачка очень интересная. Итак, мы с вами в начале сегодняшнего урока уже говорили, что всего чисел 90. Двузначных чисел 90. Для тех, кто невнимательно слушал, повторюсь, как это находить. Итак, всего чисел 99. Отнимаем 9 однозначных и получаем 90 чисел. Значит, теперь мы с вами выпишем числа, вы можете посчитать сами, которые оканчиваются на шестерку. Итак, это 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96. Пересчитаем эти числа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. То есть всего 9 чисел. 9 благоприятных исходов. Значит, благоприятные исходы делим на все исходы и получаем 1 десятую. 0,1 десятую.